Архитектор Александр Деринг, один из организаторов субботников на спичке, предлагает барнаульцам внести свой вклад в создание кирпичей для реставрации исторического памятника. Информацию об этом он разместил в соцсетях. По словам архитектора, сохранившаяся часть заводской плотины требует срочных консервационных работ. И это желательно делать с помощью материалов, подобных тем, что использовали при постройке объекта. Один из барнаульских гончаров готов изготовить большую партию кирпичей по методикам 18 века из той же глины, которую добывали в окрестностях Павловска. Но на работу необходимо привлечь дополнительные денежные средства. Деринг предлагает организовать общественную акцию. Каждый желающий сможет оплатить создание своего, можно сказать, именного кирпича и таким образом внести вклад в сохранение памятника. А вот как будет поощряться участие в проекте, организаторы пока решают. Деринг отмечает, что подобные благотворительные акции активно проводят в европейской части России и в странах Европы. Это позволяет не только найти необходимые средства, но и привлечь простых людей в дело сохранения культурного наследия. Как можно стать меценатом, об этом расскажут организаторы акции во время проведения очередного субботника на спичке 18 мая. Илья Кочетков, «День с толком».